Kiss. Press play. I am into Kiss FM. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should've run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Cause my heart goes cause my heart goes oh my God. Часов 5 минут. Вас приветствует самое великолепное радио Kiss FM. Меня зовут MC Рыбик. И со мной человек, в честь которого назвали Злату Огневич, DJ Schnapps. Я сегодня в приподнятом настроении, потому что проснулся в лесу, в полтавском лесу, домчал на машине до Киева. В Киеве сегодня плюс 25, почти так же, как в Ташкенте, только не так много плова. У нас сегодня будет очень красивая музыка в эфире, бодрая, обнадеживающая, ровно такая, какая должна звучать по пятницам, хоть сегодня и четверг. Всем прекрасного радиоэфира, наслаждайтесь зеленым чаем и друг другом.
Snap сегодня играет все потрясающие новинки, под которые, я помню, еще выходил на этот божий свет из роддома. Ну что ж, чуйка его никогда не подводила. When I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy. For me, you play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn. На самом деле очень тяжело включаться в работу, когда ты трезвый, потому что мы же никогда трезвыми не выступаем, ни я, ни Шнапс, ни другие артисты, присутствующие в этой студии. Ну а делаем вид, что нам сейчас очень весело, что у нас массаж мулаток, шоколадок, что мы уже выпили грамм по 300. Еще бы! В компании такого артиста хочется пить больше и гастролировать с ним в Украине, по Польше, где-нибудь в Японии, находиться в гармонии. You shot me so damn. Yeah, bum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn. Yeah, bum, 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 bum. You shot me so damn well. You shot me so damn well. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Bum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Bum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. You shot me so they know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They know what is what, but they don't know what is what. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the hell's gonna be like that? Удовольствие работать со Шнапсом. Казалось бы, такой обычный затылок, но какое красивое лицо! Мне кажется, скоро Шнапс будет украшать новые купюры 2000-е. Там будет его грива с одной стороны и с другой. Хотя на самом деле красота вообще не важна. Вообще не важна красота. Влюбляются же не в красоту. Влюбляются в ямочку на щеке, в родинку на шее, в денежку на карточке. And now you're probably waiting for Fuck It. Этот эфир будет показан потом на YouTube. Я надеюсь, покажут нашего оператора.
Такое ощущение, что вы искупали в бассейне с ЛСД. На нем столько разных картинок сумасшедших. Но мы-то, конечно, за чистую энергию. Мы за ЗОЖ. Мы за то, чтобы пить безглютеновый кофе на молоке исландских коров. Это MC Рыбик и DJ Schnapps. Я уже готов. Кстати, особенные слова поддержки ребятам, которые стоят в пробке на Южном мосту. Мне кажется, этот проклятый мост изначально был построен с пробками. Я желаю всем выдержки и не заходить в туалет в пробке. I shot my wrist and got a shot. I got your bitch singing la 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 la.
super picky. Who gon' please this pretty kitty? Got baddies with me, tan and tipsy. Pass the concealer, gotta hide the hickey. Ooh, DJ run it back. Tryna go up where Balloon Girl at. Double cup girl in the club, pitch black. Bubblegum butt coming through this ass. Читал новости, там сообщалось о том, что был проведен опрос у людей с красивым запахом изо рта о том, какой они город считают самым счастливым. И оказалось, что не Киев самый классный город для жизни, а Винница. Поэтому всем, кто нас слушает в Виннице, особенно респектуоз. А всем, кто переезжает жить в Киев, желаю подешевле найти квартиру. Как говорят в Киеве, не родись красивой, а родись с квартирой. Если он не от тебя. My heart, you know that I can't get you out of the system. Yeah, right.
believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. I'll be singing. You're breaking me. I'm just right here. You're breaking me. I'm just right here dancing around to rhythm. The rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart. I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Я знаю, что нас обожают слушать те, у кого сломанные флешки и CD-проигрыватели в машинах, поэтому у них остается только один выбор — включать радио. И сейчас едут два мастера кожаного меча. Чернигов — это игроки Десны, Владислав Калитвинцев и, конечно же, Андрей Александрович Татовицкий. Ребята, победы вам над всеми, кроме «Динамо Киев». Ушами. Мы надеемся, что у вас по-прежнему неплохое настроение. Мы вам его со шнапсом не испортили за минувшие 28 минут. Впереди выходные, впереди красавица зима. Сколько там той зимы? И через 260 ночей наступит очередное лето. А пока лето, к сожалению, доступно только за деньги, только по карте вниз, по контурной карте туда, в сторону океанов.
позади эпохальный рекламный блок, который слушала вся страна. Деньги капнули на карточку, радиостанция живет дальше. Класс меня снимает, шнапс, я в прямом эфире. Мы сегодня звучим ради мира во всем мире и в частности ради мира в любимой Украине. Добро пожаловать в наш эфир всем, кто легок на помине. Нравится, что Kiss FM слушают и 20-летние, и 10-летние, и 30-летние. Но самое главное отличие, конечно, 20-летних от 30-летних в том, что, чтобы отправиться куда-нибудь в клуб веселый, 20-летним можно просто созвониться, списаться, идем, и погнали. 30-летние, зараза, 5 дней создают час, чтобы обсудить, кто идет, кто не идет, у кого дети, начальник идиот. А это отвратительно. 30-летние, не старейте, пожалуйста. По-прежнему играет самый дорогой диджей в мире после Соломуна и Black Coffee и диджея Маньяка. Это не унижение, нет, это движение. Всем вдохновение, особенно мне, особенно Шнапсу. А ты не рифмуешься даже ни с кем, братик. Только со словом псу, но будет как-то некрасиво. Но каждому, кто слушает, персональное спасибо. Мы по-прежнему дарим вам энергию абсолютно бесплатно. Это Kiss FM. Студия с видом на Днепр и обратно. Как уже сообщалось, нас обожают слушать футболисты в гетрах и без. И хочется пожелать сегодня победы в Лиге Европы команде «Заря».
Простите, я старый 44, памятник черту. Конечно же, не в Лиге Европы, а в Лиге Конференций, что бы это ни значило. Заря будет сегодня добывать голы! I want your body. Everybody wants your body. Together, smile together, and share the best moments of life together. Brothers and sisters in the house, time has come to get loose and rescue a soul from the mind control. We're gonna fight for that. We're gonna live for that. We're gonna scream for that. We want the freedom back. Пятница обычно идет перед субботой, после четверга, через день после среды. Мы выступаем в клубе «Форсаж». Я и диджей Шнап завтра в «Форсаже». Я там не выступал полтора года из-за пандемии этой гребаной. Но завтра я буду в наилучшей форме. Плотность шуток максимальная. Все, что копил полтора года, все выплеснут первые 5 минут, а потом буду думать, что говорить дальше. Та же история со Шнапсом, сыграет все хиты мэшапом за минуту, а потом Гуатранс, наверное, включат или Вальд Бастон. Ну посмотрим, это Шнапс-шоу must go on. Улыбаемся, мои друзья, все, кто слушает нас в Украине и онлайн, в Кувейте, в Японии, пожалуйста, будьте счастливы 24/7. Time has come to take a stand and join our hands together. We're gonna fight for that. We're gonna live for that. We're gonna scream for that. We want our freedom back. Кстати, знаете, когда мы со Шнапсом получаем наши классные гонорары, мы всегда рыдаем. Мы всегда рыдаем, потому что в этом мире есть Криштиану Роналду. И он получает 480 тысяч фунтов не за всю жизнь, а за неделю. Вдумайтесь, 480 тысяч фунтов. Но не проклинайте его, он красавчик. Ему уже глубоко за 30, а бегает, как молодой леопард. Чему я лично, а уж сам Криштиану, очень рад. И дай бог, что ему повезло, Манчестер Юнайтед, очень и очень. Все, кто нас слушает на планете, добрый день и доброй ночи! А интересно, Kiss FM космонавты могут слушать? Thank you.
Но если по теории этих рукопожатий пяти, кто-то же должен знать космонавтов лично. Я знал лично Каденюка украинского, к сожалению, он умер. Но, может быть, кто-то может сейчас рассказать тем, кто знает космонавтов, чтобы они включили KissFM.ua, послушали нас, а мы им совершенно безвозмездно передадим привет и, может, какую-нибудь посылочку отправим. Я знаю, что космонавты коньячок с собой на нычку берут в космос. Им будет весело, им будет отлично. И я хотел бы, чтобы все отдохнули сегодня у радиоприемников прилично. А хорошим меня чаем угостила арт-директор радио. Очень бодрящий чай такой. Видимо, чай с Колумбийских гор. Который невозможно забыть. Но в наше время все уже фиксируется на цифровые носители. Все хорошее, все плохое. Это раньше можно было где-то как-то вляпаться и потом не найти себя в YouTube. А тут уже все. Где-то неловкое движение пьяное, где-то упал, не знаю, с какой-то барной стойки, где-то выпил лишнего. И все, позор на всю жизнь. Поэтому, друзья, будьте аккуратны. Есть такие, кстати, классные дни рождения, куда приходят все отдыхать, всем заклеивают камеры или сдаются телефоны, и там уже творится черти что. Но такое веселое черти что, я такое люблю. И никто никого не палит, и никто не стесняется, что где-то вляпается какой-то конфуз неимоверный. Мне кажется, проблема любого талантливого МС, начинаешь говорить об одном, а потом съезжаешь куда-то в такие дали ненужные, думаешь, боже, что я леплю, как себя спасать? Спасать себя не надо! Позориться всегда надо до конца. Ну это так, кстати, часто бывает, вот в 3 часа ночи, ты такой тепленький, такой же думаешь,
Ну что, наверное, домой, баеньки, возле жены прикорну, типа я примерный муж с легким пьяным храпом. Но нет же, это шило в одном месте тянет тебя на какие-то другие районы города, в другие какие-то квартиры, красивые отели, чтобы все увидели, кто ты есть на самом деле. А ты всего лишь пьяный олень. Класс, мне нравится твоя музыка, Шнапс, такая мужская, уверенная. Кстати, да, с характером мужским. Кстати, упрекать мужчину в недостатках никогда нельзя, это вообще не по-женски. Упрекать мужчину в недостатках нельзя. Мужчину нужно принимать таким, какой он есть. И потихоньку подыскивать другого. I'll give you a minute. Pause. Очень хочется, чтобы завтра в «Форсаже» было очень много красивых людей, особенно женских. Мне нравятся девушки, которые ценят свободные отношения. Свободные отношения — это очень круто. Это такие девушки, которые спят со всеми, кроме тебя. Kiss FM. Радио о семейных ценностях. Часа вы услышите премьеру нашей песни со Шнапсом, называется она «Чилим», поэтому если вы нас ненавидите, можете включать радио уже прямо сейчас. Время летит, конечно, стримглав, и очень незаметно. Слово «стримглав», кстати, выдало то, что я старый. Казалось бы, только начался наш эфир, и уже все, уже час прошел. Многие вот так вот жалели. Вот лето ушло, лето ушло. Я так потерял последние лет 10, не могу вспомнить, куда они делись. Наш трек, в котором, кстати, принял активное участие Артём Милевский.
если вам понравится наша песня «Чилим», пожалуйста, напишите генеральному директору, основателю и музыкальному директору радиостанции KISS FM Антону Цеслику слова. Мы хотим это слышать каждое утро, каждый божий день. Телефон Антона я назову в ближайшую минуту. К сожалению, Артем Милевский закончил футбольную карьеру, по крайней мере, карьеру именно игрока, может быть, он будет супертренером. А все почему? Потому что решил стать суперзвездой. И восхождение к музыкальному Олимпу начал именно с нашего трека. DJ Schnapps, MC Рыбик и Артем Милевский в великолепном хите «Чилим». Через 2 минуты. Кстати, это же мое шоу. Я бы хотел сказать о том, что мне понравилось YouTube-шоу «Шторки». Очень смешно, это Азамат Мусагалиев моет ноги Тару Кушанашвили. Посмотрите, пожалуйста, ведь вы не знали про это шоу, а теперь знаете. И знаете, чем занять себя в дороге в этой жизни. Жизни. Раньше девочка танцевала в лучшем клубе Киева, а сейчас она политический обозреватель и говорит: ребята, вы сегодня просто короли этого дня. DJ Schnapps, MC Рыбик сегодня давали огня. Всем спасибо, будьте здоровы! Неплохо, мы в ответе за тех, кого приручили. Поцелуй не грех. Пьем до дна и чилим. Мы пьем до дна и чилим. Пьем до дна и чилим.
чили. Пьем до дна и чилим во Вьетнаме, в Одессе, в Пакистане и Чили. Диджей Шнапс лично покорит вас за эфир. Всем большое спасибо, друзья. До новых встреч. Мы увидимся завтра в «Форсаже». Приходите, пожалуйста, в красивых импортных платьях розового цвета с большими улыбками и без трусов. Шикую не по-детски от заката до восхода, словно Тёма Милевский. Лучшие годы, перестрелка глазами, лето, похоть, виски. А как ты в Инстаграме? Взаимная подписка. Эта музыка качает, будто боковой ветер. Твои губы предвкушают брудершафт на рассвете. Похоже, что уже друг от друга не деться. Скоро будем в неглиже, не терпится раздеться. Я не умею жить со скоростью ТикТока, но я умею пить, и в общем-то неплохо. Мы в ответе за тех, кого приручили, поцелуи не грех. Пьем до дна и чилим. Мы пьем до дна и чилим. Пьем до дна и чилим.